Дорогие друзья, я приветствую вас! Сегодня у нас с вами обзор товаров из магазина Grand Stock. Я уже ранее рассказывала об этом магазине. Это богатейший магазин, в котором более 25 тысяч товаров представлено на любой достаток, на любой вкус. И бюджетные товары, и элитные товары, есть все. Магазин реализует Ивановский текстиль, а также он производит самостоятельно товары под собственной торговой маркой Аванави. Ранее я уже заказывала оттуда товары и осталась абсолютно довольна качеством этого товара и согласилась повторно сотрудничать с этим магазином. Если бы товары мне не понравились, конечно же, повторного сотрудничества не было бы. Поэтому, дорогие мои друзья, сегодня я вам покажу то, что я заказала. Мы с вами оценим, я покажу вам качество товаров. И хочу сказать вам, что ссылка на этот магазин, а также промокод, дающий вам скидку 5% на первый заказ, я оставлю под этим роликом. Проходите, пожалуйста, знакомьтесь с магазином. Я уверена, что каждый из вас найдет себе то, что захочет. Потому что представлены товары и бюджетные, и элитные, абсолютно разные. Товары и для дома, и одежда, и ювелирные изделия, есть все. Поэтому не будем откладывать в долгий ящик и приступим. Так, ну я начну по традиции с постельного белья. Я заказала своим мальчишкам простыни. Они у меня не укрываются одеялами, поэтому комплекты мне просто не имеет смысла брать. И я заказала простыни и наволочки отдельно. Простынь бязь, нет, простынь поплин, полуторная, вот такого цвета голубого. Я сейчас открою и посмотрю. Если мне не изменяет память, то здесь был плотность была 125 грамм, если я не ошибаюсь. Вот заодно и посмотрим, насколько этот товар плотный или нет. Я люблю, когда постельное обладает плотными свойствами, тогда оно более износостойкое. Так. Однотонная, цельнокроенная или нет, сейчас посмотрим. Да, цельнокроенная простынь, плотная, ткань плотная, хорошая. Все строчки обработаны замечательно, просто великолепно. Нигде никакие ниточки не торчат, ничего. Мягкая, мягкая, приятная, даже несмотря на то, что она плотная, она не стоит колом. Поплин есть поплин. Хорошее качество. Вот у меня получается две вот такие простыни я заказала. Ребята у меня будут довольны точно. И наволочки. Так, простыни по ценам я вам сейчас скажу. Цена простыни 546 рублей 50 копеек. Полуторная. И наволочки в одном комплекте. Две наволочки сразу. Наволочки я заказывала размером 70 на 70. И это бязь. И это бязь. Посмотрим. Да, здесь уже чувствуется, бязь чувствуется. Плотная, хорошая, замечательная. Наволочки большие. В карман. Все строчки обработаны очень хорошо. Смотрите. Качественно. Все-все строчки. Нигде никакие нитки, ничего не торчит. Размер соответствует. Все хорошо. Будем надеяться, что не сядет. Стирать можно при температуре 40 градусов. Кстати, я приобретала постельное, достаточно яркое. Ничего не полиняло, все идеально. И не села, и прекрасно себя ведет. Так, что у нас по ценам? Две наволочки в комплекте. Я заказала два комплекта. Один комплект стоит 258 рублей. Ну, цены, конечно, смешные, что говорить. Так, дальше. Я заказала своему младшему сыну трико на физкультуру. И мы его уже примерили. Ростовка соответствует. 140 сантиметров рост моего ребенка и 40-й размер. Идеально сели. Не длинные, ничего. Замечательные. Но если вот такие вот такое трико заказывать на ребят плотной комплекции, сразу говорю, будут узкие. У меня худенький мальчишка, и ему подошли. Тоже качество мне очень-очень нравится. Все абсолютно, вот все строчки, все обработано прекрасно по швам. Смотрите, замечательно.
Ну, знаете, я трико выбираю так, что они же и на коленках в спортзале катаются, и все. Плотная ткань, плотная, хорошая, очень приятная. А вот эта вот надпись, она такая, как прорезиненная, что ли, какая-то. Очень приятная. Красиво. Ну и, конечно же, поклонники нашей страны, да? Вот, выбирали вместе, понравилось. Замечательно. Цена трико 623 рубля. Ну а дальше я, конечно же, не обделила себя любимую. Я уже давным-давно подыскиваю себе бомбер. Так, я заказала себе бомбер, сейчас будем мерить. Заказала я его размером больше, чем я есть на самом деле. 52 размер взяла, посмотрим. Я умышленно это сделала, потому что я люблю такие вот вещи свободные. Ну и, конечно, мой любимый красный. Очень приятная ткань, плотный трикотаж. Нигде ничего, все нормально. И я вам скажу, что он мне небольшой. Представляете? Бомбер. Вот так вот. Ну, если по таблице размеров я смотрела, чуть-чуть он мне должен был быть великоват. Но сказать, что он мне прям сильно великоват, нет, он такой и должен быть. То есть, если заказывать вот такого подобного рода одежду, имейте в виду, что лучше заказать на размерчик больше. Я бы по моему размеру, по таблице размеров, мне подходил идеально 50-й. Но, опять же, я не люблю, чтобы на мне все это было в облипку. Вот так смотрится. Качество просто класснючее. Очень-очень мне нравится. Очень нравится. Замков в карманах нет. Давайте я подойду поближе. Трикотаж. Именно трикотаж. Плотный. Не с каким, не с начесом, ничего. Так что я теперь при бомбере. Я теперь модная. Я люблю такого плана вещи, особенно на осень, просто класс. Так, и сейчас я вам скажу, цена бомбера 1141 рубль. Но качество отличное, просто, просто замечательное. Никаких ниток, нигде ничего. Давайте смотреть внутренности, пожалуйста. Плечевые швы. Рукава, нигде никаких ниток, ничего не торчит. Все очень аккуратно сделано. Хорошо, молодцы. Молодцы, ребята. Так, и еще один товар, который я заказала. Готовь сани с лета, да? Я готовлюсь к зиме, и я заказала себе новый халат. Очень люблю теплые большие халаты. И заказала я его 54 размер. Ой, какой классный, какой он мягкий. Он, конечно же, мне велик, но это же классно. Я очень люблю. Я даже с удовольствием надеваю халат своего супруга, хотя он мне на 100 размеров больше. Именно поэтому я заказала себе халат большой. Ой, какой он классный, друзья, он такой приятный. Я не помню, из какой он, что-то было, нет, не вспомню, что-то такое. Ну, очень-очень-очень здоровский, очень. Ой, такой он такой мягкий и очень теплый, мне в нем жарко, карманы. И он прикрывает колено, вам не видно, но прикрывает колено. Ой, здорово. Ой, какой он замечательный. Просто супер. Да как же называется? Я забыла, как называется эта ткань. Разные расцветки тоже есть этого халата на сайте. Так что я довольна. Что по цене? По цене халат 1410 рублей. Кстати, на сайте очень часто проходят акции. Ибо можно... Я этот халат приобретала по акции. Он стоил 1700 с чем-то, и вот 1410 итоговая цена. Помимо этого еще есть накопительные системы скидок, но и в распродажах бывает очень-очень много, поэтому можно приобрести замечательные товары с очень большой скидкой. Вот этот халат, это просто супер. Ну, видно, что он мне большой даже по плечам, да, вот плечо у меня не на месте. И длинный рукавчик, ну я люблю, когда все такое вот большое.
комфортная и уютная. Я благодарю магазин Grand Stock за предоставленную возможность сотрудничества и благодарю за качество товара. Качество товара действительно на высшем уровне. А вам, друзья мои дорогие, я рекомендую посетить этот магазин и подобрать себе то, что вам понравится. А я уверена, что что-нибудь вы себе обязательно подберете. Спасибо вам огромное, что вы были со мной и посмотрели этот ролик. До скорых встреч в следующих. Пока-пока!